Наконец-то закончились дожди. Выглянуло солнышко. Ребятишки из детского сада совхоза имени Ленина «Капелька» с радостью и с восторгом вышли на свою территорию, чтобы оказаться в сказке, которую для них организовала заведующая местной библиотекой Мария Машунова. На импровизированном ковре-самолете ребята полетели искать лесной читальный зал. Открываем глазки над горами, над лесами. Представили, как мы высоко-высоко с вами? Да. Представили? Да. Пока ребятишки воображали себя летящими над землей, к ним пришли персонажи известных детских сказок. Их изображали учащиеся местной школы, вызвавшиеся помогать в дни школьных каникул в проведении игр для детей. Дарим детям радость, проводим для них праздники. Мне нравится. Я считаю, то, что, во-первых, можно повеселиться, узнать для себя что-то новое и детям что-то новое рассказать. По замыслу авторов проекта «С книгой в лето» сказочные персонажи, каждый на своем этапе, читал ребятишкам отрывок из какой-нибудь сказки или показывал предмет, а дети должны были отгадать, из какого это произведение. Мы очень часто посещаем библиотеку. Детям очень нравится. Очень много познавательных аспектов там. Сегодня, например, они познакомились не только с сказками и вспомнили сказки. Они отгадывали много очень интересных загадок. Им было весело, и они развлекались вот на свежем воздухе в нашем прекрасном парке. Проект, придуманный сотрудниками библиотеки совхоза имени Ленина, называется «С книгой в лето». Существует уже 5 лет. Влечь детей к чтению книг, и чтобы они потом с родителями приходили к нам в библиотеку. Приходят, не поверите, но приходят. Мама, мы хотим в библиотеку. Приходят, записываются. Завершающим этапом игры явилось то, что ребята нашли-таки лесную библиотеку. Сказочные герои каждому ребенку раздали книжки. И дети углубились в рассматривание картинок, любимых сказок. У каждого есть своя. Гуси и лебеди. Расскажи, что там. Там гуси и лебеди забрали братца. Сначала мама красную шапочку попросила. Пойдем в лес, бабушке отнеси пирожки. Сегодняшний день для ребятишек средней группы детского сада «Капелька» совхоза имени Ленина прошел познавательно и интересно. Выездной читальный зал с новыми сказочными героями приедет к ним еще не один раз, ведь лето продолжается. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».